Понять, зачем Путину Донбасс нужен вообще, с точки зрения рациональной. У Путина и спросите. Ну, вы как человек, который в этой системе долго работали. Путину Донбасс не нужен. Путину нужны рейтинги, очки рейтинга, пункты рейтинга. То есть это что-то чисто внутреннее. Да. Если бы Украина, например, сказала, да забери, он бы его не взял. А может вообще забрать, вот по глупости, по какой-то... Но это было бы большое счастье для Донбасса. Если бы его забрала Россия? Нагрузилась, Украина бы разгрузили, да, а Россию бы нагрузили дотациями. Регион-то убыточный. Ну да, да, это да. Это они зря думают, что они такие уж из себя ценные, что все за них будут стараться. Никто за них не будет корячиться.